Another footage has been released of the fire that took place following the Ukrainian army attack with ATACMS missiles on the Belbek airfield in Sevastopol city in the Crimean Peninsula. The footage was released by Russian servicemen. It should be noted that during the attack on May 14, an S-400 anti-aircraft missile complex, 2 MiG-31, 1 Su-27 aircraft belonging to the Russian army were destroyed, and the MiG-29 aircraft was damaged. The Russian military personnel have said that there was no alarm signal prior to the incident, and that the air defense system was not activated. The military said that no attempt was made to shoot down Ukrainian missiles and blamed the military leadership for that. Там стоит. Нахуй, они даже не работают, ебать, просто наше ПВО, нахуй, хуета, блядь. Ебучий Шойгу, нахуй, Иванов, блядь. Пидорасы просто. Нету снарядов, нахуй, он просто уебал, и 400-ка даже не работает, все. Светится прямо надо мной, ебать. Нихуя. Заебись, нахуй, вот это да, блядь. Вот это просто пиздец, нахуй. Так вот и живем, пацаны, нахуй. Вон, все горит, ебать. Опять в КП уебало. Вон, все, дымище хуярит. 21, рубин. Все, пизда. Не было никакой информации о ракетной опасности. Никто никого не предупредил. Лидер на рубин. Просто уебало и все. Все в дыму, нахуй. Лидер на рубин. Ёбаный в рот, нахуй. Вот это поспал, блядь. Ну пиздец там все. Вон что-то, блядь, летит, нахуй. В самолет, походу, попал. Там стоянка самолетная. Потому что, блядь, пиздец хуярит. И как тут, пацаны, не курить, нахуй? Ёбаный в рот. Вон, 21-й рубину. Вон там, где светится, там панциристы живут, а сейчас орут, там что-то бегают, нахуй. А хули они все проебали? Вон там далеко, вот где фонари светятся, там стоит панцирь, нахуй. Тоже не сработало нихуя. Ничего не сработало. Все горит там. Просто пиздец. Вот. Там просто пожар нахуй хуярит. Дымище стоит. Ёбаный в рот, блядь. Нас вот ночью нахуй чуть-чуть разъебали. Склад ГСМ, нахуй, ебали. Прямым попаданием. Причем, наверное, не один. Да, один.